Доброго времени суток, продолжаю рассказывать про Soulcell. Ведь есть про что рассказывать, не зря это социальная сеть. Сейчас вышла новость в Твиттере. Давайте я вам ее покажу. Вот она буквально вышла час назад, где они, можно сказать, подводят какие-то итоги, рассказывают нам о том, что написали хорошую статью, и рассказывают какие-то вещи, связанные со скаутами, с тем, что прошла команда, что предстоит команде. В общем, пост вроде бы интересный, но по сути мы об этом с вами говорим каждый раз. Мы говорим о том, что Soulcell развивается, Soulcell постоянно прогрессирует, Soulcell не стоит на месте. Все, собственно, так и есть. Собственно, статья «Прогрессивный запуск. Почему тестировщики важны». Относительно интересная статья, о ней я вам расскажу, но есть новость, которую сейчас почему-то в Твиттере я не увидел, ее нет нигде, но она, считаю, крайне важна. То есть мы знаем, что у нас с рынком, да, тут ни для кого не секрет, и если спускаться, то видим, что все у нас в небольшом минусе, небольшом плюсе, большом минусе, но в общем плюса ни у кого нет. А, нет, смотрите, вот Quant какой-то, да, плюсанул. Но наш Soulcell тоже бахнул. От эфира 20%, а от биткоина 16%. Если честно, недавно, когда я начинал записывать, было 15%. А у нас в сообществе, то есть вот, рассказывали про вот эту свечку, да, которая была. И вот это я уже считаю чем-то более интересным, нежели то, о чем начал рассказывать. То есть действительно, видите, что если есть вот эти пампы, если есть вот эти росты, это означает только одно: проект действительно кому-то интересен. Даже вот этот закуп, вот этот памп, может быть, кто-то скажет, что-то ничего не значит, но в крипте что-то всегда значит. И каждый рост — это всегда что-то приятное, каждый памп — это всегда что-то интересное. Но давайте вернемся к статье. Прогрессивный запуск. Почему тестировщики важны? В этой статье, собственно, как вы понимаете, рассказывают, зачем нужны тестировщики и нюансы об этой, собственно, профессии именно в Soulcell. Конечно, все понимают, я думаю, надеюсь, что вы понимаете, что тестировщики – это те люди, которые уже находятся в проекте, это те люди, которым доверили, собственно, пользоваться, регистрироваться, записывать видео, лайкать и делать все-все-все. Сейчас пока проект работает на 40%, если верить данной статье. Вот, буквально только 40% продукта. Но проект, конечно же, не стоит на месте. Они говорят: ребят, если честно, мы хотим запуститься как можно скорее. Если честно, мы даже и опережаем график. Если честно, у нас вообще все вообще круто. И все эти медвежьи рынки, вся вот эта вот суматоха, которая происходит в мире, все это нас не особо волнует. А как видите, даже токен взлетел на какие-то мгновения, но и сейчас он, да, на 15% выше рынка и на 20% выше эфира. Помимо этого, проект развивается и все прекрасно. Но они говорят: ребят, мы не спешим, мы все делаем по плану. Да, вот видим, вот как раз. Мы как команда хотим, чтобы Soulcell вышел как можно скорее. Но мы знаем, что нужно придерживаться нашему плану. И это, собственно, очень хорошо, потому что они могут, не знаю, поддаться каким-то эмоциям и решить, что все выпускаем. Но это было бы неправильно, потому что есть план, который они изначально придумали, и если какие-то есть форс-мажоры, то, конечно, надо что-то менять. Но если все идет по плану, то не нужно ничего менять, все должно быть так, как и идет. Поэтому проектировщики работают, проектировщики молодцы, проектировщики что-то находят, что-то улучшают, ведь
Social хочет быть лучше социальной сетью. Они смотрят на другие платформы. Вот, другие платформы терпят неудачу. Они это видят. И они не хотят, чтобы с их платформой случилось то же самое. Они хотят запускать массы на свою социальную сеть, когда они будут полностью в ней уверены. А когда они будут в ней уверены, когда тестировщики скажут: все шикарно, и я отсюда никуда не уйду. Не уйду на работу, не пойду в YouTube. Все, Social, это единственное, чем я буду теперь заниматься. Поэтому тестировщики важны для Social. Я бы даже сказал, это одно из самых важных, потому что, да, конечно, нужно и придумать все, что есть в проекте, нужно и, собственно, программистам все это написать. Это все очень важно вообще, просто я ни в коем случае не говорю, что они там хуже или лучше. Я просто говорю, что тестировщики крайне важны, потому что от них зависит работа вот всех остальных, всех, кто создавал этот продукт. А будет ли она так актуальна? Потому что тестировщики найдут те мелочи, которые, возможно, упустили или не подумали изначально. Поэтому тестировщикам респект, Social респект, все молодцы, ждем. Знаем, что проект, собственно, развивается, знаем, что проект растет. Мне очень нравится, что они постоянно нам что-то выкладывают, постоянно что-то рассказывают, не давая нам думать, что у них что-то плохо. И это шикарно, потому что многие проекты из-за этого медвежьего рынка все меньше новостей, кто-то вообще пропадает, говорят: нет, у нас все в порядке, вы не переживайте. Но это я узнаю там именно от модераторов, администраторов и прочих людей, которые приближены. А вот так, чтобы в Твиттере, в Телеграме, это уже сложнее. Поэтому еще раз, если вы не были знакомы с Social, знакомьтесь, вы можете купить их токены, правда, видите, сейчас они немного подлетели, но неизвестно, что будет завтра, да, подлетят они или упадут, никто не знает будущего. Но факт в том, что они все равно намного дешевле, чем покупали многие люди. Поэтому присоединяйтесь, изучайте, я же с вами на этом прощаюсь, всего доброго и до новых встреч.